Кулинарные битвы, блюда, приготовленные на открытом воздухе, увлекательная шоу-программа. Впервые вкусный фест в Сарове провели в 2019 году. Основная задача, которую реализует ежегодный гастрономический фестиваль – вовлечение предпринимательского сообщества в общественную жизнь города. В этом году вкусный фест пройдет уже в третий раз. Гастрономический фестиваль сам по себе – это не ново. Они проводятся и в других регионах, и вот у нас все знают «Арзамасский гусь». Нова именно сама история участия, подход участия в организации предпринимателей, того, что они активят, креативят, они вовлекаются в другие городские мероприятия и общаются между собой. Со своей задачей проект успешно справился. Предприниматели активно сотрудничают, реализуют совместные проекты и благотворительные программы. В этом году проект решили показать на региональном конкурсе «Мой бизнес». Заявки также подали 9 муниципалитетов. Результат превзошел все ожидания, и «Вкуснофест» стал победителем номинации «Тимбилдинг для предпринимателей». Что радостно, не просто наш фестиваль признан лучшим, да, как лучшая практика. Мы не просто получили диплом, а еще и получили приз. Это сертификат на размещение рекламы, какой-то информации на баннерах города. В таких конкурсах Центр поддержки предпринимательства и Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова участвуют впервые. У нас еще есть много идей и проектов, которые мы могли бы представить на подобных форумах, рассказала Евгения Калачева. Третий гастрономический фестиваль в Сарове планируют провести 3 октября на набережной реки Сатис. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.